Уважаемые подписчики и зрители нашего канала, сегодня ваш верный налоговый консультант Евгений Сивков затронет тему, актуальную как никогда. Мы погрузимся в мир налоговых проверок 2024 года, где каждый новый поворот событий заставляет держать ухо востро. В этом мире инспекторы Федеральной налоговой службы обладают изобретательностью, достойной лучших детективов мира. Представьте себе, ваши коллеги и даже случайные знакомые вдруг становятся ключевыми фигурами в налоговых расследованиях. Налоговики сейчас не ограничиваются формальными встречами в офисах. Они готовы устроить допрос прямо в кафе или на скамейке в парке, или прийти к вам в гости домой вечерком, словно это сцена из шпионского фильма. А для получения нужной информации не постесняются угостить свидетеля обедом или даже организовать неожиданную встречу на перроне вокзала, а иногда просто заплатить. Такие нестандартные подходы к сбору информации дополняются и целым арсеналом цифровых инструментов. Соцсети и мессенджеры, давно ставшие частью нашей жизни, теперь используются налоговиками для выявления несоответствий и даже для поиска скрытых связей между бизнес-партнерами через всевозможные приложения и сервисы. Словно детективы, они анализируют каждый ваш пост и комментарий, а иногда и то, куда вы заказывали еду на дом. Но это еще не все. Выемки и обыски претерпели трансформацию, превратившись в сценарии, достойные голливудских блокбастеров. Инспекторы теперь не просто проверяют бумаги, они исследуют каждый уголок вашего офиса, включая личные вещи сотрудников и даже содержимое их компьютеров. И если раньше можно было надеяться на более-менее предсказуемые проверки, то теперь каждая из них напоминает марафон с препятствиями продолжительностью в несколько лет, где каждый день приносит новые вызовы. В такой реальности важно не только знать свои права, но и быть готовым к самым неожиданным методам налоговой. Обучите своих сотрудников правильному поведению в случае внезапных проверок, следите за тем, чтобы ваша документация была безупречной, и помните о цифровом следе, который оставляет ваш бизнес в интернете. Мы рассказали вам об этих трендах не для того, чтобы вызвать беспокойство, а чтобы подготовить вас к любым обстоятельствам. Ведь предупрежден – значит вооружен. И помните, что за каждой сложностью стоит возможность стать еще сильнее и умнее. Не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка», где мы продолжим делиться актуальной информацией и полезными советами. Вместе мы сможем пережить любые налоговые лабиринты.